у птичек затишье. Сейчас после обеда, и в это время обычно птички успокаиваются и сидят очень-очень тихо. Весюля вообще сидит, дремает. Спит. На одной лапке. А Боня увидел камеру и начал петь песни. Хотя до этого тоже сидел спокойно. Ты мешаешь спать, Боня. Ну, на камеру давай пой. Яся спит, а ты голосишь. Да. Бонечка, мы знаем, как ты поешь. Или это колыбельная, чтоб Яше спалось лучше? Да. Красавец, вот так. Угу. Лиска такая вся напыжившаяся, моя Зоя. Не слушает она тебя, да? Красиво, красиво-то. Ну ты ж понимаешь, тихий час у Яси. Яся отдыхает. А ты поешь. Красота. Подними голову. Боня. Красиво, да.